До что вы были доставлены в отдел полиции? За отказ лошадей, как я вам сказал. Когда я был на поле, я увидел 11 голов лошадей, которые пасутся без хозяина. И я решил их украсть, так как у меня были долги. И думал расплатиться с этим. Потом я их вечером одну поймал, и за ней пришли другие тоже. Погнал к знакомым Кукрик, Азату Скрайовцеву Кукрик, к Альбеку. И там мы с ним решили продать их. И нашли через Давидзу Кизляры одного человека и по имени Белял. И с ним договорились. Следующий день утром мы загрузили их на твой газель, на Альбека газель, и которые заняли другой газель. И с ним привели их туда, к Кизляр привезли. И там мы их поменяли на 10 коров. Оттуда то, что поменяли эти коровы, половину продали, половину оставили и по Альбек. То, что продал половину, это я затратил на свои нужды своих.